Хе-хе-хе-хей! Всем здоровеньки, пацаники! С вами Бурундук и добро пожаловать на наш лайв-канал! Сегодня мы с вами снова устроим какой-нибудь эпический прям такой матч в нашей любимой игрушке под названием WWE 2K16. Погнали! О, помните этих ребятишек? Это ж те рудики, те самые, да. А знаете что, пацаники, мы с вами ни разу не устраивали бой один против двух. Давайте сегодня попробуем, думаю, будет что-то прям нереальное такое. Так, ребятки, а играть я знаете за кого буду играть? Я буду сегодня вот за легенду рестлинга, ребятки, за Андертейкера. Да, друзья, решил я выбрать именно сегодня гробовщика. Прям очень давно я за него не играл и хочу сегодня проверить его, как он выстоит один против двух. Получится ли у нас вообще победить, посмотрим. А первым соперником, ребятки, у нас будет Брэй Уайт. Да, вот этот вот самый бородатый паренек такой. Гробовщик как-то недавно с ним прям такой жестко закусился. Была прям интересная бойня, и вот именно его я выберу в сопернике. Слушайте, пузатики, вообще вот не знаю, кого выбрать вторым соперником. О, а может быть, смотрите, давайте Шеймус. А почему бы нет, этот рыженький кельтский такой воин? Он сильный, довольно противный. И думаю, с Брэй Уайтом они сработаются. Да, пускай он будет вторым соперником. Все, ребятки, арену я выбрал и начинается хандикап матч. На арене Фастлайн гробовщик против Брэй Уайта и Шеймуса. Я не знаю, что сказать, Тек. Вот она наша арена. И первыми выходим мы. Ёлки-палки, ребятки, у гробовщика, по-моему, самый вообще эффектный такой, ведь и самый крутой, наверное, выход. Вы посмотрите, этот дым и те огни, это же все так прям офигенно вообще. Ну-ка, где наш этот в шляпке? Вот он, легенда рестлинга, ребятки. У него стрик был, я не помню, 21 победа, что ли там, по-моему, Брок Леснер его только одолел, представляете? Вот он, посмотрите, он, конечно, уже в возрасте такой, но, ребят, его нельзя со счетов списывать, он даже и в возрасте. Если может люлей-то таких всем надавать, что прям, ох, посмотрите, прям пафос из него вообще прям. Я обожаю его выход, серьезно. Ну, нифига, его прям здесь и вправду, даже через игру, ребятки, видно, что он уже такой пожилой немного. Но годиков-то ему немало. Но все же, ребятки, как я сказал ранее, боец он прям вообще, вы посмотрите, какой он. Видно, что он настроен прям на бой, серьезно так. Все, приветствуют его зрители, ребятки, он около ринга. Ну-ка, давай шляпку. И вот как он умеет. Ай, лето, он на ринге он это будет сейчас делать. Он в жизни, ребятки, так эффектно прям шляпу снимает. Он здесь, мне кажется, также должен сделать. Ну-ка, если он здесь сделает, это будет круто. Ну, все-таки какой он пафосный, крутой. Да, смотрите, он шляпу сейчас также снимет. О, вы посмотрите, прям, ох, это его фишечка такая. Такой он уже, правда, пожилой такой, офигеть. Но, ребятки, все равно, я хочу очень за него поиграть, он мне нравится. А вот еще один пузан выходит такой. Это уже помоложе будет, но борода у него подлиннее. А я обжегся чуть-чуть. О, посмотрите, как он пухленький улыбается, елки-палки. Ну, недолго ты будешь улыбаться, я думаю. Я тебя уже один раз победил, выиграю еще разок. Да, фу, все, потушил он. А мы с ринга уходим, да, освобождаем ему пространство. Ох, как он курточки как крутой пришел, посмотрите. Штаны вон у него модные, красные такие. А теперь выходит, ребятки, кельтский воин Шеймус. Вот он, ребятки, топает. Он сменил недавно имидж, новую прическу, новую бородку себе сделал, да. Вот он какой у нас теперь. И ракет у него, конечно, странный, но в то же время он и вправду теперь как воин. Прям у него как будто шлем на голове. Ну, сегодня мы снимем с него этот шлем, поправим ему причесочку, потому что сегодня он наш соперник, друзья. Сегодня они вдвоем будут пытаться меня удалить. Посмотрим, получится ли у них. Ну чё, ребятки, покажем им, что гробовщик еще не такой старый, как им кажется. Да, вот как мы Брэй Уайта сразу втащили. И Шеймусу сразу втащили. Да, друзья, вот как начинается матч с первых секунд. Ой, ё-моё. Давайте, ребятки, погнали, прям сразу. Ой, промазал немножечко. Ну ладно, ничего страшного. Вот так, все, лежать. Всем покажем, кто тут. Кто тут легенда рестлинга? Это мы, ребятки. О нет, Брэй Уайта тоже не так уж и прост, ребятки. Но фига с два, нет у нас, он скинул. Я думал, я увернулся. Так, надо постараться, сейчас увернусь. Да, ребятки. Ой-ой. Отлично, гробовщик, вообще крутой мужик. Фигакс, вот так вот. Все, лежать, пузо, лежать. Ну-ка, давайте его, ребятки, отправим гулять. Все, иди гулять, сейчас мы Шеймусу сразу. Че он там у нас отдыхает-то? Иди куда пополз? Нет, сейчас он меня скинет же. Нет, ёлки-палки. Я хотел Шеймусу втащить. Но это ничего страшного, сейчас втащу. Но, нефиг. И тебе Брэй Уайт тоже
пол. Вот так вот. Вот так, 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 аккуратней. Есть! Есть! Давай, давай, гробовщик, и на канаты! Давай, давай, скорее, пока Шеймус там не добрался! Нау! Друзья, этот старичок еще получше всяких Рей Мистерио даже будет. Сейчас мы им покажем. Покажем, кто тут батя рестлинга, да, друзья? Ну а что нет-то? Эндертейкера и вправду можно назвать батя рестлинга. Вы видели, как попусять его двинул с ноги? Ох, какой старичок-то прям крутой. А ну-ка иди сюда. О нет, друзья. Ну они, ну знаете, Брэй Уайт тоже не такой уж легкий соперник, да и Шеймус сильный. Вообще все они сильные, но батя рестлинга настоящий, это мы. Это Эндертейкер. Да, все. Арр, чего, идешь уже передавать? Ага, уже Шеймуса выпускает. Ну давайте, у нас силенок еще на десятерых, таких как вы, хватит. Мы вас всех сейчас, всех раскидаем. Воу-воу, нет. Как делать нифиг, меня швыряет, но нет, ненадолго. На тебе по лысой твоей голове. Ща мы тебе притчу поправим. Я покажу тебе, как летать-то надо. Полетели, давай, на, офигеть, офигеть, друзья. Просто Undertaker еще всем показывает, что на пенсию отправлять его еще рано. Давай, гаси его. Болевой приемчик, ребятки. Вот так мы умеем. Но я его чуть-чуть сейчас подержу и отпущу, все. Немножко его помучаем, а прям удерживать я еще не собираюсь пока что. Я сейчас вас прям полностью расфигачу всех. Ух, и Шеймус-то меня тоже, смотрите, как швыряет. Я опять пошел передавать. Да вот, ух, что-то вас на мало хватает-то. А, силы экономите. Но ничего. Ух, ёлки-палки, это как он мне пузом, что ли, вдолбил-то? Что-то там про Джон Сину говорят. Блин, ребятки, нас вообще топчат тут по полной. Надо выбираться. Надо выбираться. Сейчас постараюсь, ребятки. Давай. Давай, Undertaker. Ё-моё, не получается. Так, что он хочет сделать? Есть! Есть! Отлично! Теперь Шеймусу, Шеймусу. Но... Ну-ка, он прыгнет на него. Давайте попробуем. Знаете, что можно? Давай-давай, скорей! Скорей, Undertaker! Залезай! Залезай! И на Шеймуса! На Шеймуса! Это что-то! Это просто нечто, ребятки! У нас еще сигнатура есть, давайте на Шеймусе сигнатуру сделаем! Почему нет? На, чок-слэм! Чок-слэм, на стол давай! Он чё, реверснул? Он реверснул мой чок-слэм! Ух ты, ё-моё, какой рыженький проказник-то! А, этот Шеймус, ё-моё, сигнатуру реверснул! Блин, надо в ринг тогда возвращаться. Ничего страшного, ребятки, мы ещё одну сигнатуру заработаем, только сначала люлей... Ой, нет, он опять реверснул, да что такое? Всё, иди в ринг! Так, ну, отлично, отлично, друзья, всё, заходим в ринг, пора сражаться, дай ему по люлям сразу, вот так вот, отлично, и давайте что-нибудь, какой-нибудь приемчик опять крутой сделаем, вот так вот, ну-ка, ребятки, получится у меня его наверх посадить, я попробую, да, друзья, получилось, всё, сейчас что-нибудь эпичное сделаем, эпичное, давай, давай, гробовщик, ой, друзья, ой, отлично, отлично, давай, я помню, как-то в недалеком каком-то матче мы так сломали ринг. Здесь? Уф, здесь такого вроде не произошло. Теперь у меня еще и сигнатура появилась. Ну чё? Ну чё, Брэй Уайт, хочешь? Хочешь чок-слэм? Сейчас я тебе его сделаю. А ну-ка, может какую-нибудь другую? Ой-ой. Ё-моё, чё? Вот я тупанул, ребятки. Я немножко не то сделал. Ну ничего страшного. Чё, я выбрался. Я выбрался. Шеймус, полетать не хочешь? Ха-ха, вот так вот. Иди сюда, Брэй Уайт. Иди сюда. А то я сейчас Шеймусу вот так вот люлей ставлю. Да ё-моё, Шеймус это ты зачем поднял? Зачем он и так лежал? О, отлично, его туда. И этого туда же, давай. Давай, туда же его. Да, всех, всех расшвыряли. Какие мы с вами крутые, ребятки. Всё, ребят, пора делать сигнатуру. Пора делать сигнатуру. О нет, да что такое, у меня не получается никак её сделать. Сейчас, ребятки, я не сдамся, у меня получится. Ой-ой-ой, он меня пинет. Нифига, нифига у тебя ничего не выйдет. Он Шеймусу передал эстафетку, ну и ща мы к тебе вернемся. Вернемся, Брэй Уайт. Офига сглотя, Шеймус. Я тебе чок-слэм один делал или не делал, я не помню. Ну если не делал, то сейчас сделаю. Ты увернулся в тот раз, фиг ты сейчас увернешься. Получай, да. А теперь знаете, что мы сделаем? Мы сейчас пойдем стол разберем, пока Шеймус у нас валяется, мы сейчас вообще нечто сделаем, так? А ну-ка, комментаторы, двигайтесь, пора Брэй Уайт об этот стол разнести, потому что мы с вами безбашенные старички такие. Иди сюда, ёлки-палки, Брэй Уайт-то как меня отмутузил. Ладно, ладно, без разницы кого, даже Шеймуса можно в принципе. Даже Шеймуса можно. Ох, он меня швыряет. Не дает мне Шеймус сделать то, что я хочу, но я сделаю. Я безбашенный тип, у меня получится это сделать. Рано или поздно я это сделаю, да. Я тебя уверяю, Шеймус. А ну-ка, иди сюда. Иди сюда.
teammates, look over your shoulder. Я опять промазал мою. На! Все, лежать. А ну-ка, Брэй Уайт, я с тобой еще не закончил. Да что такое? Он вообще не поддается. Давай, вставай! Вставай! Вставай, Undertaker! Давай! Давай его! Ну! Нет! Нет! Да ёлки-палки. Капец, они меня вдвоем вообще разбирают по полной, но нет! Посмотрите, ребятки, мы держимся, держимся прям. Все, Шеймасу сейчас будет хана. Ну вставай, вставай, Режипень. Сейчас я тебя раскидаю. А ну-ка, да не туда его надо было. Может, все-таки Брэй Уайт? Да что такое? Он вообще, смотрите какой. Ёлки-палки. Я справлюсь с ними, друзья, я справлюсь. У меня получится. У меня получится. Ёлки-палки, они мне не дают. Ну не дают вообще ничего сделать просто. Они тоже мощные, ребятишки. Ух, не знаю. О-о-о, Брэй Уайт встал. Ё-моё, там уже 7, они уже оба на ринге. Все, все, я забрался. Я не хочу дисквалификации проигрывать. Так, а ну-ка, Шеймас, сиди там пока что. Ну-ка, давайте Брэй Уайту. Ну, вот, он спрыгнул, отлично. Куда я полез? Нет, прыгай, прыгай скорее. Да почему он не прыгнул? Вот так тоже нормально. И увернулся от Шеймаса. Клёво, клёво и туда. Да куда опять? Прыгай, прыгай скорее. Отлично, отлично, и прыгай. Ё-моё, мимо чуть-чуть. Но все равно клёво, клёво было. О нет, он меня пинит. Он пинит, друзья, на Фигас 2. Фигас 2, не получится у вас меня запинит. Да, и сигнатура, у меня сигнатура появилась. Отлично, ребятки, здорово, здорово. Вообще вот это эпичный бой. У нас всегда эпичные бои. Мне надо накопить энергию, иначе я ему не сделаю сигнатуру. А может какую-то новую? Нет, да что такое, он меня тоже швыряет. У него сейчас тоже уже сигнатура будет. Нет, фуф, там канаты были, он мне болевой чуть не сделал, ребятки. Так, так, ну-ка давай, давай, я увернусь, я увернусь. Есть, и сигнатуру, сигнатуру ему давай, дробовщик. Да, вот так, пауэрбомбу, пауэрбомбу. Фигарь, со всей дури его в ринг. Ну, офигенно, друзья, это что-то нечто. Вообще, это просто круто, серьезно. А теперь я хочу разобраться с Брэй Уайтом, пока там валяется Шеймас. Брэй Уайт, ё-моё, наконец-то, наконец-то мы его скинули. Поднимай, поднимай. И на стол его, на стол. Отлично. И финишер. Ну, финишер. Ну, давай. Да почему? Почему не получилось, друзья? Чё за фигня? Он меня куда-то повёл, а ещё Шеймас меня мутузит. Ух, ё-моё, ну почему у меня не получилось? Практически, практически получилось. Эх, разносят, разносят они меня вдвоем, ребятки. У Шеймаса уже сигнатура появилась, но я сделаю. Я сделаю, я сделаю то, что хочу, беги. Да фиг, капец, капец, друзья. Мы, ребятки, уворачиваемся от одного, как нас второй мутузит. Это вообще жестко. Это жестко, друзья, да, я не спорю. И у меня даже реверса нет, я ничего не могу сейчас сделать. Ну все, он вроде меня в ринг закидывает. Фу. Так, и сейчас у меня должна появиться уже сигнатура. Все, реверс. Отлично! Я сигнатуру его реверснул! О да, друзья! О да! Все, иди гуляй, Шеймас. Финишер. Финишер ему забабахаем, друзья. Почему бы и нет? А почему бы и нет? А вот так вот. Раз и все. И лежи. Лежи здесь. А я пошел. Я разберусь. Я разберусь с Брэй Уайтом. Сейчас я энергии подкоплю. Давай, давай, давай. И вот так. Да. И теперь перелазим. Перелазь. Давай, давай. Все, ребятки, сейчас я сделаю. Я сделаю то, что хочу. Да, я это сделаю. Я сделаю, давай, давай вот туда. Ну куда? Фух, отлично. И теперь, ну, давай, энергия. Где энергия? Финишер. Да почему нельзя финишер, ребятки, что за ерунда? Почему финишер нельзя сделать? Я не понимаю. Шеймас никак не может успокоиться. Сейчас мы его успокоим, ребятки. Сейчас успокоим его. Ух, ёлки-палки, он опять увернулся. У меня реверса-то нет, ну что такое? Ой-ой, ой-ой. Почему в 2К16 добавил... Офигеть, смотрите, что он делает. Вау, это было круто, конечно. Он меня пинет, я выберусь, ребятки. Фух, выбрался. Ох, друзья, тяжело, тяжелый бой. Тяжелый бой, я не знаю, почему у меня не получается сломать стол, но я увернулся. Увернулся, все, пускай он там посидит. Я пойду погуляю, наверное. Наберусь энергии и этих реверсов, потому что... Потому что жесть, друзья. Я не знаю, почему у меня финишер не получается об стол сделать. Вообще не понимаю. О, эстафетку они передали, это хорошо. О, все, Брэй Уайт пришел ко мне. Сейчас мы его в лесенке запульнем. Иди гуляй, Брэй Уайт, да. Пойдем мы с Шеймасом. Вот сейчас, может, у меня, блин, у меня там сигнатура даже, а не финишер.
Ладно, сейчас мы ему сначала сигнатуру сделаем. Ух, я его какой опрокинул-то. Сигнатуру ему, ребятки, все, лежать, Шеймус, лежать. Отлично, отлично, друзья. А вот теперь что сделаем? Теперь сейчас мы ему, сейчас мы, друзья, ну-ка. Ух, ё-моё, там уже Сикс, да вообще пофиг, финишер. Ну, почему не делается? А может его положить надо? Может так? Эй, не знаю, друзья, но мне надо вернуться. О, пока Брэй Уайт там выпендривается, мы вот так вот сделаем. Ха, не ожидал, да? Не ожидал, Брэй Уайт. Лежать, лежать. Да, отлично, отлично, друзья. Уф, ребятки, я не знаю, почему не ломаются столы, но я тогда сделаю вот так. С ноги ему. И еще сейчас. Эпичность. Пофиг, что не ломаются эти столы. Я вас сейчас их так, я их так вообще проломлю через эти столы. Но! Отлично, отлично. Ну-ка, давай, я не успокоюсь, я не успокоюсь. Я что-нибудь сделаю с этим столом, я не знаю, что. Точняк, точняк, ребятки. Ну, ну. Да что такое, да что такое? Не дают, не дают они мне спокойно. Давайте, ребятки, ограду, ограду расфигарим. Здесь же можно это вроде. О, отлично, они друг друга мутузят. А фиг, фиг тебе, Шеймус. Фиг, давай его сюда. Давай. И финишер, ОМГ момент. Ну, ну можно, нет. Ну что, даже ОМГ момент нельзя. Да, да, друзья, ну хоть это мы сделаем. Хоть что-то эпичное, вот. Вот на что способен наш такой старенький, но очень крутой Undertaker. Нет, не трогайте меня, все, я в ринг возвращаюсь. Как я от них, ребятки, вообще убежал, вы видели? На! Ох, у него, это у нас камбэк. Камбэк, друзья, у нас камбэк. Офигеть, давай, давай, давай. Давай, как его провести? В угол, по-моему, надо. Я не помню, друзья, как камбэк делал. Да, да, камбэк! Камбэк, ребятки, поехали! Поехали! Так, главное сейчас не ошибиться. В принципе, это все нетрудно. Ну-ка, так, треугольничек нажал, поехали! Отлично! Еще раз треугольничек! На! Уу! Друзья, это просто круто! Это круто! И у нас сигнатура! У нас сигнатура! У нас сигнатура, я сказал уже, да? Это просто круто, серьезно. Ух, так, ребятки, значит, что я сейчас делаю? Сейчас делаем сигнатуру. У нас два финишера, у нас уже два финишера. Вот так вот, сигнатуру. Надеюсь, не увернется он. Да, лежать. Потом Шеймасу вот так. А, не, не получилось у нас Шеймаса. Так, а давайте попробуем, попробуем. Все-таки я хочу попробовать. Может, надо разобрать вот этот стол? Давайте попробуем вот с этим столом. Мне кажется, ребят, мне просто не хватало энергии. Вот, ко мне идет Брэй Уайт. Давайте попробуем его. Давайте его попробуем. Да нет, ну что такое? Ну не дают они мне никак. О нет, о нет. Брэй Уайт! Да, вы видели, друзья, что я сделал? И тебя, финишер! И финишер ему, ОМГ! Боже, друзья, это нечто! Это просто нечто! Вы видите, что вытворяет наш гробовщик? Это что-то просто с чем-то! Давай, давай! Охренеть! Я ничего не могу сказать, это просто беги! Беги, гробовщик! Мы, ребятки, ему голову расщипли, у него кровь пошла. Севен уже, давай вставай, я хочу бой закончить. Давай, давай, Брэй Уайт. Ребят, это что-то, это вообще круто. Этот бой, это нечто. Гробовщик просто монстр. Ой-ой-ой, ой-ой-ой. Так, о, нет, это не сигнатура. Уф, это не сигнатура, ребятки. О, нет, он мне сейчас сделает сигнатуру. Я выберусь, ребятки. Я выберусь. Все, я выбрался. Я использовал финишер, чтобы выбраться, но это, ребятки, это сейчас не важно, это не главное. Фух, главное, что мы выбрались. Нельзя проигрывать такой эпичный бой. Это просто, это... Вы видели, что там было со столом? Это очень круто, серьезно. Он пошел эстафету. А, Шеймус спрыгнул! Это у них какие-то, видимо, неполадки в команде. Смотрите, ведь и вправду, а мы используем это. Чё, нефиг ссориться, вы же команда вроде как-никак. На! На, давай его, гробовщик, по полной пора. О, да, друзья, ребятки, это что-то с чем-то, это просто, давай, свой любимый жест вот этот. Всё, отлично, ребятки, сейчас я постараюсь, главное, отлично, пусть он там гуляет. А мы сигнатуру набираем, ребятки, сигнатуру, посмотрите. Просто гробовщик, это, наверное, я не знаю, у меня слов нет. Все, ребятки, ровно сегодня, сигнатура есть. Теперь ждем, когда сюда придет Брэй Уайт. Так. Сейчас я его вот так вот. Вот так, все, лежать. Теперь поднимаем его. Сейчас сигнатурку. Отлично.
Отлично, я надеюсь, у нас получится. Да, друзья, здорово, здорово! А ну-ка, отлично! Просто офигенно, друзья. Шеймус, смотрите, как стоит. Так, что делаем, что делаем? Пора побеждать, ребятки. Фух. Так, делаем финишер. Давай, давай, Брэй Уайт. Давай. Финишер. Эммобито, нет! Нет, но только не сейчас. О, нет. О, нет, ребятки. Он беги передай. Правильно, у него два финишера убрывать. Да что такое, надо закончить этот бой, друзья. Есть, я увернулся. Отлично. Нет, он тоже увернулся. Так, нет, нельзя. Нельзя, отлично, отлично. Хорошо. На! Вот так вот. Да Шеймуса, Шеймуса. Ух, ёлки-палки. Ё-моё, друзья, он меня наверх забирает. Надо ему дать отпор. Не дайте ему только. Не дайте ему меня кинуть. Да нет. Фух, друзья. Что происходит? А, он опять меня вот так хочет швырнуть. Вот это эпичный бой, ребятки. Вот это эпичный бой. Так, он сигнатуру хочет сделать. Да, я увернулся. Я увернулся, друзья. О, да. О, да-да-да. От сигнатуры. От сигнатуры увернулся. И давай, давай свой жест, чтобы накопить нам еще сигнатуру. Мы справимся. Мы справимся с ними, друзья. Это сложный бой. Это очень сложный бой. Я прям вообще не могу уже ничего сказать тут. Это какое-то нечто вообще. Отлично, друзья. Все, есть сигнатура. Есть сигнатура, ребятки. Ну-ка, иди сюда, Шеймус. Иди сюда. Да, давайте ему пауэрбомбу. Пауэрбомбу. Да, все. Лежать, Шеймус. На! На, все, и финишер, финишер, давай, финишер. Ну, а чё я не двигаюсь, алло? Нет, нет, этот финишер, да что такое? Это чё такое? Это как мне вообще с ним драться-то? Он меня пинит. Ой, ребятки. Фух, выбрался, выбрался, друзья. Ой, как мне драться-то с ними? Все отлично, пусть лежит. Ох, ребят, ну это нечто. Это нечто. Я буду до последнего. Я буду до последнего бороться. Я постараюсь. Постараюсь, ребятки, выиграть этот бой. А ну-ка, Шеймус, давай иди гуляй. Иди гуляй. Я сигнатуру буду набирать. Давай, гробовщик. Давай, я в тебя верю. Я в тебя верю. Ты легенда. Ты лучший вообще в рестлинге, наверное. Давай, пока там Шеймус валяется, мы должны набрать сигнатуру. Ну-ка, не дадим ему залезть сейчас. Все, вот так вот. Вот так вот, друзья. Вот так вот, друзья. Фигакс. Отлично. Все, пусть он валяется. Здорово, друзья. Офигенные приемчики делаем. Ух, мне вообще, мне аж самого меня уже потряхивает так, ребятки. Это ж офигеть. А ну-ка лежать. Куда? Куда пополз? Отлично! Сигнатура! Сигнатура! Иди сюда! Чокслэм! Чокслэм! Да! Все, друзья. Так, сейчас мы делаем вот так. Подальше его. Вот сюда. Все, хватит. Сейчас ждем. Ждем. И вот сейчас. Пора, друзья. Настало время побеждать. Я надеюсь, у нас все получится. Давай, главное, чтобы он не увернулся. Да, друзья. Да, я осталось Брэй Уайту. Брэй Уайту втащить. Да куда? Куда? Куда ты пополз? Ёлки-палки, у меня слов нету. Чё ж мне делать? Ну куда же он пополз? Ты не мог просто Брэй Уайту втащить. А, чё происходит? Как мне выиграть этот бой? О, боже. Так, есть другая идея. Вот так вот. Чё, если так? Давай, 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 скорее. Скорее. Ложи его! И пинь его! Пинь вообще пофиг, может он сдастся! Судья, давай! Раз! Два! Ох ты, Брэй Уайт, да что ж, как мне будет этот выиграть? Пипец, друзья! Пипец! Меня фигарят, я не знаю, что делать! Он пошел передавать! Давай, гробовщик, давай! Молодец! Молодец, правильно все делаешь! Давай, у нас получится, мы их сделаем! Мы их сделаем, он сюда идет, скорей! Скорей, давай, ему надо втащить! Тащи! Хорошо. Все, и сваливаем. У него два финишера. Нужно быть очень аккуратными, ребятки. Я за рингом. Я буду за рингом. Я боюсь за этот бой. Я хочу очень его выиграть. Это что-то, блин, просто с чем-то будет. Это очень опасный бой. Давай, давай, гробовщик, скорее. Скорее. Нам надо сигнатуру накопить. Так, сейчас мы его швырнем куда-нибудь. А ну-ка. А ну-ка, иди отсюда. Вот так вот, все, иди кувыркайся там. Ух, ребятки, я даже не знаю, что тут говорить. Это просто...
Так, все, сваливаем, сваливаем с ринга, скорее. Вот правильно, правильно, нефиг, нефиг нам пока что на ринге делать. Давай иди сюда, Брейвайт, я тебя в лестницу запульну. В лестницу тебя. Ну-ка, давай, Гробовщик, его, да посильнее туда, в лестницу не получилось. Ну, сюда тоже нормально, все. Все, уходим, набираем. Все, сигнатура есть, друзья. Фух, сигнатура есть. Он встает. Чок-слэм ему, чок-слэм. Отлично. Главное, чтобы не увернулся. И все, сейчас Шеймаса пойдем. Вот так вот. Вот так вот. Теперь Шеймаса. Шеймаса. Да! Да, друзья, я же хрип немножко. Судья, считай. Считай, судья. Раз. Два. Да как? Да что? Да зачем вообще? У нас еще финишер, друзья. До последнего. Вставай, вставай. До последнего. До последнего. И пин его пофиг вообще. Пин сразу его. Может, Шеймус не успеет. Судья, считай. Считай скорее, судья. Ну! Раз. Два. Да Шеймус ядрен, ты батон. Мне как вас побеждать-то? Не знаю, друзья, что делать. У меня просто... Я не знаю, что делать. Серьезно, я не знаю, что делать. Вот я что с ними только уже не сделал? Как они вообще на ногах-то ходят? Как мне, ребятки, как мне с ними быть вообще? Я не знаю уже, что мне с ними делать. Ну, серьезно, вот. Стенку его. Вот так, все. Ух, набираем, набираем все по той же тактике, ребятки. Это что-то с чем-то. Это какой-то эпик самый... Это какой-то самый, наверное, эпичный и жесткий матч вообще. Это как Гробовщик, только их еще до сих пор уделывает. Я не знаю. Мы хитрую тактику, видите, прям принимаем, не даем прям Брейвайту ничего сделать. Все, иди гуляй. Иди гуляй. Да куда? Ну ладно, ну ладно. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Окей, полетели. Это было круто. Это было круто, друзья, да. Даже не просто мы бегаем, даже люлей раздаем. Давай скорее, скорее, Гробовщик. Все, валим, валим пока что, ребятки. Я боюсь, серьезно. Это очень, очень слишком прям такой напряженный бой. Он Шеймасу пошел передавать. Давай, Шеймас, иди сюда. Все, у меня сейчас сигнатура как раз. Все, не гуляй. Так, ребятки, сейчас что делаем? Все, Шеймас встает. Мы сейчас попробуем Брейвайта. Давай, давай. На! Так, а теперь Шеймас, иди сюда. Сигнатуру. Да как? Да как? Нет, друзья! Я выбрался! Я выбрался, ребятки! Я выбрался! Вы видели, ребятки? Эту маленькую штуковину, а я выбрался! Как я это сделал? Как я это сделал? Это просто, друзья, я думаю, Лойс-то надо за такой бой. Я никогда вообще в это самый... Это как вообще такие бои-то удаются? Так, друзья, о, стой. Нет, да куда ты его? Зачем он мне... Что я с ними уже только не делал, друзья? Я не знаю. Ладно, пускай вот так ему борду немного. Все, ну все, друзья. Ну чё? Фуф, погнали. Погнали, я боюсь, что будет дальше. Это же, блин, это капец. Давай. Давай, Undertaker. Отлично, отлично. Все, скидываем. Отлично! Ну все, ну он не выберется, давай! Давай, судья! Я сейчас закричу! Давай! Два! Три! Есть! Есть! Да, друзья! Это что-то с чем-то. Это, я могу сказать точно, это самый напряженный бой в моей жизни. Это просто что-то с чем-то. Вы видели, когда я выбрался? Там такая малюсенькая была фиговина, и я выбрался. И табличку убери, мне не видно ничего. Вон, вы посмотрите, как они меня вообще фигарили. И сколько удерживали. Undertaker, это просто... Это вообще, это зверь. Это легенда. Вы посмотрите, вот этот финальный момент. Да, мы сделали. Сделали Торпстоун. Шеймасу, вот так вот. Все, сказали ему лежать, и Брейвайта скинули, и все, идем спокойненько его пинить, потому что мы тут батя, мы батя рестлинга настоящего. Да, три, все, победа, победа, друзья, вот он, да, это Гробовщик, это Undertaker, друзья, вот, и посмотрите, а ну-ка, фишечку, фишечку свою сделаешь? А ну-ка, мне кажется, он должен сделать, ребятки, когда он на колено так садится. Ух, вот он даже не устал нифига, да шучу, он, наверное, офигел, он вообще офигел, наверное, после такого боя, и вот она, фишечка, язык всем покажи, вот так вот, друзья, вот, это вообще...
Не, молодец, конечно. Андертейкер — это легенда, ничего не скажешь. Даже в этом матче он это доказал. Ну, как бы я за него играл, но все равно. Ух, ребятки, сколько бы я боев не играл в WWE 2K16, они всегда удаются. Смотрите. Все бои, ребятки, в рестлинге у нас какие-то прям эпичные, нереальные удаются. Но сегодняшний бой, он своей вот этой вот прям напряженностью, он очень отличается, ребятки. Это круто. Когда мне Шеймус сделал броукик, ну это его финишер, когда он мне с ноги, помните, втащил, и начал пинить, я думал, все, это конец. Я думал, все, нам хана, ну мы выбрались. Прям там малюсенькая такая фиговина была, и я выбрался. Это просто круто. Друзья, я думаю, такой бой заслуживает зубастый большой брундуч пальчик вверх под этим видосом. Фух, я весь на эмоциях, пузатики. Но не забывайте оставлять свои комментарии. Оставайтесь всегда добрыми, няшными, милыми. Ну а с вами был я, боец такой. Брундучок, всем удачи, пузатики, до новых встреч, пока-пока-пока.